А это наш офис. Обезьян. Меня зовут Кен. Так, Алекс Крюху медленнее, вы трапляете в офис. Новая школа Лингвалент. Туда. А это наш офис. Короче, сюда вы заходите, или что, записываетесь на курсы, размовляете с кем-то угодно и что-нибудь еще такое. Итак, з новин. По-перше, більшість новин буде на наступному тижні і в наступному лої. Зараз, що я можу сказати, це те, що ми починаємо курс чеської мови, суперінтенсивний, по 5 разів на тиждень, по 3 години занятки. Коротше, чеську докладно ніяк вивучите, і при кінці тримаєте сертифікат А1. Тобок, цей курс, і він мені для самих-самих початковців. Крыху пізніше в цьому лої ми познайомимося з Кеном, наставником японської мови. Ну а зараз я вам розкажу ще про один курс, який ми будемо проводити у жнівні по англійській мові для роботи. Як казав Ільїч, робота зробила з чоловіка обезьяну. Чи наоборот. Неважно. Але Спадарович не сказав, як виживати на праці в сучасному світі. А для того, щоб виживати, вам потрібна буржуазна англійська мова. І поэтому, щоб заховувати усі заповіти Ілліча, ми пропонуємо вам курс англійської мови для роботи. На цих курсах на протягу 1 місяця і 8 занятків вас хутенько навчать, як виживати в англійській мові. Курс розлічений для студентів з узровнем А2, Б1. Викладник цього курсу – Варвара Константиновна Щука. Висококваліфікований спеціаліст, настояща комсомолка, спортсменка і просто красавиця. Навчить вас хутко варіювати, плавати і льотати во всіх професійних зносинах на англійській мові. Чого ж ще чекаємо? Треба обов'язково заховувати заповіти Ілліча і записуватися на наші курси. І пам'ятайте, господарі. Учиться, учиться і учиться, товариші. Хопіть Леніна. Пошліть знайомитися з Кеном. Кен? Добрий день. Меня зовут Кен. Я приехал из Японии. Я тут уже 3 года. У меня был друг тут. И как раз он меня именно побудил сюда переехать. Я думаю, что разговор. То есть, например, у нас в Японии тоже вот японцы, они хорошо, в принципе, знают английский язык. Но это чисто для того, чтобы они учатся, для того, чтобы сдавать экзамен. То есть они знают английский, но с другой стороны, они не могут разговаривать. Поэтому я думаю, что самое главное – это преподавать иностранный язык так, чтобы студенты могли потом разговаривать. Я думаю, что такие вежливые и такие немножко сдержанные. Я думаю, что в этом плане немножко вот это менталитет, да, ваш, ну, белорусов. Очень похоже на менталитет японцев, поэтому мне было несложно привыкнуть. Меня зовут Алина, но в группе меня все зовут Ая-сан. Ирина. Меня зовут Ксюша, и мне почти 16. Меня зовут Алина. Меня зовут Анастасия Рябкина. Сама я начала в 13 лет, а в Лингвалент с 14. Год уже? На курсе год, но так, конечно, больше. С сентября прошлого года. Лет 5 назад и до сих пор, но в Лингвалент уже 3-й год. Потому что близко от работы. Самая такая адекватная школа, которая предоставляет обучение японскому языку. Ну так просто получилось. Я забила в интернете типа курсы японского в Минске, и Лингвалент был первым. Ну, он веселый, ну и очень добрый.
отличный человек. Очень толерантный, очень много рассказывает нового. Я думаю, что группа в восторге. Мне нравится. Он как учитель довольно весело проходит занятия. Он все хорошо объясняет, он будет долго это объяснять, пока ты не поймешь. Ничего из этого трех, наверное. Я бы сказал легкий рок. Я прошу прощения. Добрый, внимательный, обаятельный. Изобретательный, активный, вежливый. Сейчас я просто не так много привыкать, не знаю. Веселый, добрый. Интересный. Добрый, внимательный. Добрый, смешной. И что еще? Милый. Вежливый, скромный и смиренный. Собаки. У него собачка есть. Что-то про спорт. Про баскетбол. Самое любимое. Блин, я же знала. Наруто ему точно нравится. Наруто, наверное. Связан со спортом. Ладно, я это самое любимое не помню, но вот из футбольных аниме он Giant Killing любит. Аниме... Ну, я вообще люблю аниме про футбол. Особенно Giant Killing. Окей, все, спасибо. Как будет до свидания по-японски? Сайонара. Сайонара. Бай. Ну вот и все, приходите до Кена на занятки, занимайтесь, учите японскую. И сами не забывайте, что у нас можно подписываться, телеграмы, инстаграмы, ВК, все, что только вы знайдете и все, что только вы ведаете. Шмат шоу цікаво на всех этих социальных сетках. Всего вам доброго, бачимся, бай!